Наиль Гатин – спортсмен-инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса «Одинец». Здесь с октября 2017 года он проходит подготовку в группе тренера клуба мастера спорта России международного класса Андрея Абрамова. В 2011 году Наиль в аварии получил серьезную травму позвоночника. Однако беда не сломила его. Через 3 года после трагического ДТП он принял решение посвятить свою жизнь спорту для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Наиль Гатин стал заниматься стрельбой из блочного лука. Благодаря своему упорству, самодисциплине, нацеленности на результат он добился впечатляющих успехов.